Алло. Алло. А, здравствуйте. Меня зовут Артур. Я вам звоню из компании Альфа Консалтинг. Здравствуйте. Да. Вы рассматриваете сферу биржевой торговли и возможность обучения плюс дополнительного дохода. Вот. С чем вы уже успели ознакомиться? Да не знаю, какие-то лохотроны звонят постоянно. Ну, вы оставили регистрацию свою, что хотите обучаться. Вот звонили из какой-то Трендекс недавно, из Трендекса звонили. И что? Еще какая-то фирма. Ну, не знаю, мне кажется, это лохотрон. Почему вы так решили? Ну, отзывы захожу, читаю в Гугле и пишут про них. Что они людей вот разводят. Именно поэтому я вам перезвонил с международного финансового брокера. Компания Альфа Консалтинг. Угу. Скажите, как я могу к вам обращаться? Семен. Семен, очень приятно, Семен. Вот. Хорошо, Семен. А вам сфера биржевой торговли вообще знакома? Ну да, типа Форекс. Слышал. Ну, Форекс это один из рынков. Угу. Я понял. То есть вы еще не пробовали зарабатывать в этой сфере, правильно? Еще телетрейд, что-то такое слышал. Ну, телетрейд, я тоже слышал, да, эту компанию. Вот. Хорошо. Ну, чтобы мне было легче вам объяснить, как это все работает, как здесь зарабатываются деньги, скажите, Семен, вы сами в какой сфере трудитесь? Где вы специалист? Ну, в сфере IT. IT? Так, я понял. Хорошо. Я так понимаю, вы много времени проводите в день за компьютером? Ну да, бывает. Да. Вот. А как вы смотрите на то, чтобы ваше проведение времени за компьютером приносило вам еще больше денег, чем обычно? Ну, типа майнинг, что ли? Нет, не майнинг, а биржевая торговля. Ага, понятно. Вот, то есть вы открываете сделку, она работает, вы себе там делаете свои операции с компьютером, вот, и ваши деньги понемножку растут. Понимаете, Семен? Угу. Вот. Когда вы рассматриваете сферу биржевой торговли, с какой суммы вам удобно приступить зарабатывать? Слушай, а вот если два стула, на одной пики точеные, а на другой хуи дроченые, то ты куда сядешь, а куда свою мать посадишь? Понятно, неадекват. Удачи!